Ребята, мое почтение. Сейчас сходил на микрорынок. У нас там бабушки торгуют. Посмотрите, какую я купил чудесную клубнику лесную. Посмотрите, какая красота. Если бы камера передавала аромат, ох, очень-очень-очень ароматная клубничка. Вот я ее принес дома, поставил и ушел. Потом прихожу, дома клубничный аромат такой, просто ни с чем не сравнимый. Получается, здесь три банки, пол-литровые такие, с бугорком, по 250 рублей банка. Ну что, и бабушке хорошо. Денежку бабушка заработала. И мне плюсик в карму за доброе дело. Денежку бабушке дал. И вот настоечка замечательная получится. Отличная. Бабуль такая, ой, в лесу с дедом, говорит, ездили. Страсть просто. Комары, говорит, сожрали. Класс. Так, сейчас я буду делать настойку. Приготовил уже сортировочку. Я делал спирт из глюкозно-фруктозного сиропа. Спирт получился, как слеза младенца. Вот. Разбавил до 40 детской водичкой. Мягонькая. Все, обалденно. Сейчас буду делать настойку на вот этой клубнике. Еще буду использовать вот такую фруктозу. Смотрите, что делаем. Сейчас. Так. Где-то у меня есть такая штучка-дрючка. Вот такая штучка-дрючка. Сейчас надо нам переложить клубнику в баночку. Аккуратненько. Очень она такая нежная. Перекладываем. Ох, аромат. Ох, на пол одна укатилась. И уже не одна на пол укатилась. Но ничего. Так. Ребята, на пол укатилось 4 клубнички. Надо поднять, пока я их не растолок. Так, все. Клубника в банке. Банка 5-литровая. Теперь мне нужно 2 столовых ложки фруктозы в банку отправить. Так. Две столовых ложки фруктозы. Вот так вот. Большие такие, с горкой. Вот так. Чудненько. И вот так вот теперь я не заливаю пока что сортировкой. Просто поставлю, пускай часика-два постоит, чтобы она хорошо дала сок. Ой. У меня нет слов. У меня нет слов, какой это аромат, ребята. У меня просто нет слов, одни эмоции. Пару часиков пускай постоит. 2 часа прошло. Ой, какой аромат. Смотрите. Сок. Сок ягода дала. Аромат просто сумасшедший. Все. Сортировочку я вот подготовил. 40-процентную заливаем прям по самой не балуйся. Готово дело. А теперь под вакуумную крышку.
Ну вот сразу реакция пошла. Все. Вот эта вкуснятина теперь 10 суток будет стоять под вакуумной крышкой. Далее фильтрация, далее отдых. Ну а пробовать мы ее будем уже зимой. Морозными зимними вечерами будем выпивать по стаканчику и вспоминать теплое лето. Так что пока есть возможность, пока есть ягодки, ребята, ставьте вот такие разные настойки, наливки, ротафии, ну кому что нравится. Пока еще время есть, пока еще время не упущено. Друзья мои, ждите новых интересных рецептов. Всем пока. Дегустировать, повторюсь, будем зимой.